сделать пользу, если хотите. Давайте, какая разница? Мне как считается нужно? Не, ну, чтобы всем было полезно, чтобы всем было полезно. Потому что я очень рад за вас, потому что вы ко мне обратились там с тем, что у вас спина болит, да? Да. И что у вас там грыжет диска, и вы не можете стоять, да? Да, совершенно верно. Расскажите. Ну, я первый раз, когда вас видела в интернете, то и там была сноска. Можно обратиться по скайпу. Я набрала скайп. Да. Я даже не ожидала, что вы меня... Это было вчера, позавчера, да? Да. Позавчера, да? Позавчера. Я да, спросила. Вы ко мне обратились, да, по скайпу, да, дальше. Перенесем на завтра. Завтра позвоните мне 21 час. Да, потому что я был занят, да, я вам там сказал позвонить. Я была неожиданно рада, что вы мне ответили. Боже мой, что вы нашли для меня время, чтобы я с такой заброшенности заметили, ответили мне. Я хотела, взяла выписку из этого, из Санкт-Петербургского МРТ. Да. Вы говорите, что вас беспокоит? А у меня беспокоит спина. Я не могу стоять. Вы мне говорите, ну, встаньте. Я помню. Я вам сказал, встаньте. Да. И найдите положение, в котором боли нету. Да, совершенно верно. И мы стали искать положение. Да. Это было позавчера. Вчера. Я с вами первый раз в жизни встретился тогда, вчера. А сколько вы не могли стоять по времени? Сколько вы болели? Ой, это уже больше 7 лет. Больше 7 лет. А вчера мы с вами встретились, и я вам сказал, встаньте, как вам больно, да? Вы встали, как вам больно. И я сказал, найдите положение тела, где вам не больно, да? И что произошло? Расскажите, пожалуйста. Потому что я хочу, чтобы все поняли, что такое ключ. Это подбор действия, оптимальное, идеальное для вашего текущего состояния. Ну, там, естественно, нет боли в этом. Вы стали искать положение тела и... Я стала искать положение и стала покачиваться. В это время непроизвольно стала покачиваться вперед и назад. Не да, я вам сказал, не бойтесь, качайтесь. Качайтесь, да. А потом начала выполнять упражнения, независимо от меня какие-то непонятные. Я вам их не подсказывал, вы сами стали делать. Подсказывал, потом начала смеяться. Да, смеяться начали, да. У вас пошла разгрузка, да. То есть вы стали, когда вы стали искать положение тела, где нету боли, да, вы да, стали покачиваться и стали смеяться. Я отошел и сказал, смейтесь, покачивайтесь, и не перестал вам мешать, чтобы вы сами все это делали. И что дальше происходило? А потом, после этого, когда вы мне... Это сказали, выполнять еще поделайте, 5 минут. Да, я вам сказал, 5 минут делайте сами, что приходит от организма, что тело хочет. Это внутренний доктор стал работать, так? Такой, а потом я встала, вы говорите, нет, вы не сказали, побудьте 5 минут. Я ушла и встала и стояла 5 минут без боли. Представляете? Это без боли. Я встала и стою без боли. Мне даже не верится, что я могу стоять. Так, потом что было? А потом ничего. Вы мне говорите, все это. Потом у меня такое, понимаете, что чувство такой вот легкости и безразличия, безразличия. А потом, как все, вы выключили это, компьютер, все, у меня стала энергия, время уже 10 часов, а мне хочется все делать, работать. Вот что-то, думаю, господи, уже время 10 часов, что же я буду делать на это? Мне так столько энергии было. А потом я в 2 часа ночи уснула,
и спала как маленький ребенок до 8 часов утра. А вы раньше так не спали, да? Я вообще не могла спать на спине, я вообще лежать не могла. Я только спала, засыпала на животе. Ну, понятно, я и заболею. А скажите, вот вы мне вчера еще такую вещь сказали, что у вас появилось столько энергии, любви появилось. Энергии, хоть радости, вот такой вот необыкновенной. Вот, ну, как будто я совершенно другой человек. Ну да, заново родились. Правильно, у вас произошла переэнергия, перезагрузка. Молодец. Я вам потом сказал, ну завтра мне позвоните, скажите, как дела. И вот вы мне сегодня позвонили. Сегодня вам позвонила, я вам очень благодарна. Я вас люблю, не знаю как, обнимаю. Вообще не знаю. Спасибо, что вы есть на белом свете, что вы бескорыстно так помогаете нам всем. Я очень-очень вам благодарна. Всего доброго. Ну, как спина-то? Спина-то как по результату? Что спина? Вам любит мать? Молодец. Поздравляю. Спасибо. Все. Пару дней поделайте так упражнение, когда приходит желание. Насильно никогда над собой ничего, никаких упражнений делать нельзя. А сегодня еще вот я понимаете, что я сейчас 3 раза выполняла ключ, а потом 8 часов, мы вчера 8 часов с вами начали, у меня непроизвольно вот такие спиги вот так вот стало. Само происходит, да. Ну, она очень быстро, если вчера я долго это, а сегодня, ну, буквально одну минуту вот так вот поделала, вот что-то непонятно, что я выполняла. Организм начинает требовать тех действий, которые нужны для гармонизации внутренних процессов. Это внутренний доктор работает. Вы его вчера включили. Простым действием, да, но не буду я сейчас уточнять, поэтому мы на вебинаре, у нас скоро будет, там я еще раз объясню, как это делается. А я сейчас пригласил туда всех психологов на встречу. Всех психологов, психотерапевтов, давайте я вам повысим вместе ваше мастерство, я вам передам новые технологии, ключа, ключ 2, ключ 3. Ну, посмотрим, может, кто-то отзовется, это же для всех полезно. Хакай Магомедович, да. Дело все в том, что у меня нет, я же не могу подключиться к Zoom, я не умею. Ну, я понятно, не... ничего, поэтому мы записали сейчас вас. Я не могу, и через Twitter могу по WhatsApp. Ну, молодец. Вы помолодели за один день. Благодаря вам. Молодец, давайте. А я люблю делать женщин счастливыми. Спасибо, я вам хочу, чтобы вы были счастливы, такой же красивый, такой же молодой. Ой, не знаю как. Спасибо вас. Целую щечку. Спасибо. Украине привет. Спасибо. Всего доброго. До встречи. До свидания.